поговорим про хроническую усталость после 30 лет. Почему ко мне обращаются очень часто с таким вопросом? И я не говорю никогда, о, это из-за того, что у тебя что-то в роду, у тебя что-то. Ну, давайте, правда, поймем, почему есть такие проблемы. Ведь многие ссылаются на какие-то непонятные истории. Для меня абсолютно многое понятно. Если у человека после 25 лет снижается кислотность желудка, то у него плохо расщепляются белки. Белки плохо доносятся разным клеткам, и, соответственно, человек хуже усваивает железо, магний, кальций и витамин В12. То есть все типы анемии связаны с низкой кислотностью желудка. Кислотность нужна для того, чтобы убивать патогенов в кишечнике. Если нет кислотности, будет патогенная нагрузка. Есть много причин, почему возникает низкая кислотность, и это приводит к усталости. Соответственно, с возрастом соляная кислота производится все меньше, 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 меньше и меньше. И, соответственно, из-за этого мы уже имеем совершенно другую проблему – анемию, дефицит В12, дефицит кальция, дефицит магния. И усвоение нутриентов, оно будет существенно страдать. Чем старше вы становитесь, тем больше вам нужно усваивать нутриентов. У множества людей не хватает действительно кислотности, и им становится только-только постепенно хуже. И это может иметь отношение к уровню энергии. Говорят, я устал, у меня нет энергии, у меня нет сил. Дальше идут проблемы с гипотиреозом, нехваткой калия, низким уровнем йода в организме и цинка. Вот эти все проблемки, такие маленькие звенья большой цепи, они необходимы для производства соляной кислоты. То есть и йод, и цинк, и калий. Все это нужно. Если вы принимаете какие-то антоциды, это тоже может быть причиной пониженной кислотности. И напоминаю, что вот эта история, она очень сильно влияет на вашу физическую и психическую усталость. И именно поэтому я всегда рекомендую своим клиентам обратить внимание на восстановление соляной кислоты либо бетаином гидрохлоридом, либо там другими способами, которые я перечисляла. Но очень важно, если вы не усваиваете аминокислоты, подключить и сделать все то, чтобы это усваивалось. Следующее. Хроническая усталость может быть связана с избытком углеводов и высокоуглеводной диеты. Это тоже такое бывает. И все эти моменты, они нарушают работу многих ферментов. Поэтому я вас очень-очень прошу обратить внимание на питание и на состояние.